Всем привет, дорогие зрители и драгоценные подписчики. Вы смотрите канал Алекс Фрай Ченнел, и мы продолжаем прохождение Far Cry 3. Итак, ребятки, близится наш конец. Вернее, не наш конец, а конец какой-то. Мы вот-вот с ним покончим. Отправляемся в лагерь Дельта. Фух, не терпится разобраться со всеми. Так как впереди нас ждет финал, я надеюсь. Главное поскорее разобраться со складом с горючим. А ну-кась, куда еще? Вот так. Как сам, конечно, в позапрошлой серии закричал. Блицкрик! Круто было. Ну что, Сэмюэльс, погнали? Хотя нет. Сувениры. Это вроде как предпоследняя серия. Хотелось оживить это место, как говорят у нас в Америке. Сэм, ты американец? Я. Мой отец был морским котиком. Я родился, когда отряд был размещен в Техасе, а потом его перевели в Германию. А, дядя Сэм. Я понял. Ага. Отец-основатель, я думаю. Будешь с этим разбираться? Забудь. Давай украсим наш торт свечами. Давайте-ка посмотрим, какие у нас будут сейчас свечки. И как мы тут затусуем. Поезжай к нефтехранилищу. Я встану за пулемет. Угу. Погоним, чуваки. Блицкрик! О, да! Зафигачим конкретно. Но так, что у нас там? Наверх, давай, наверх. Вот так. Но давай, стреляй. Сэм, стреляй, ты же за пулеметом. Но а если так? Другой разговор совсем. Что, шурум бабахнем здесь? А, понятно. Я думал, Сэм их будет из пулемета как-то расстреливать. Ай-яй. Сэм, прикрой. Давай. Иди, уничтожь второй резервуар. Выплюн, как он? Второй резервуар, значит. Ну, окейушки, погнали. Ай-яй. Бамс. На, получай, зараза. Вот вам. Сбоку. Сейчас у кого-то бомбанет здесь. Вот, давай. Сэм, держись. Я иду. Вот так. Побыстрее только, чувак, побыстрее. О! Вот так. На тебе. Вот так. Ой, да ладно его. Бумс. Ага. Погоним дальше, что ли, Сэмми? Это лучший день.
день в моей жизни! Приготовь следующую бомбу! Здесь слишком много резервуаров! Тогда поступим по-другому, если их слишком много. Ну-ка, обойдем как-нибудь. Да-да, это запретная зона, все дела, заходим. Ай-яй! В бок, уходим в бок. Да ладно. Спасаться, говоришь? Погляжу, как ты спасешься. Ох-хо-хо. Неплохо. Я под впечатлением. Как там твой попец? Подгорает, да? Вот тебе. Ай-яй. Да блин. Давай. Бумс. Ребятки, сейчас будет бумс. Садимся. Бабах! Веселишься, время бежит! Ага. Еще один. Так, сюда. Давай, Сэмми, отбивайся. Вот так. Ёкарный пень. Пытаюсь его ножом, а нет. Ой, ладно, что-то последний остался. Что ж, доедем. Осталось-то всего ничего. Ой, блин. Сели, поехали. Так. Больно, да? Скажи, ведь больно, чувак. Больно и обидно на все это дело. Поймать вас, что ли, разок? Чтоб не выпендривались. А Шуша заложила. Да уж, что-то с взрывчаткой. Мне надо быть поаккуратнее здесь. Когда веселишься, время бежит. Вот что. Еще один. Бамс! Простите, мужики. Прикрой меня отсюда. У вас других диалогов-то нет? Ты один, ты слаб. Давай, спускайся, козел. Вай! Зараза! Слышали, зараза? Вы заразы все, понятно? Садимся. Когда веселишься, время бежит. Еще один. Да.
веселье в самом разгаре. Давай сюда как-нибудь. Там тебе нормально будет? Я надеюсь. Низ, давай. Сейчас рванет! На тебе, на. Блин, сейчас в натуре рванет, бежим. Ну, садись, Джейсон, садись. Ну, ты это уже говорил, чувак. Еще один? Вот зараза. Фух. Но. Занимай пулемет. Я иду внутрь. Сейчас займу. Вот так. Больно вам, козлы? Нате вам еще. На. Вот и долгая перезарядка пулемета пригодилась. Вернее, медленное остывание. Вернее, медленный нагрев вообще. Давай, сплевывай. Сейчас на это не отвлекаемся. Валим козлов этих. Ох вы! Думали меня петрить, да? Вот так. Всем вас дам, ни про кого не забуду. Не парьтесь. Сейчас рванет! Валим. Фух. Вот вам! Вам спас! Убей их! Не переживай, убью! Есть! Ну что, как там? Давайте похлопаем! О, это было мощно! Америка, в рот вас! А теперь закончим дело. Убьем Хойта за покером. Давай, краба. Встретимся у дома Хойта. Хотя, знаете что, ребятки, давайте-ка продолжим. Гулять-то гулять, это будет наш финал. Да, встретимся у дома Хойта. Отправляемся в городок. Поставим уже наконец жирную точку над этим козлом. Ну-кась. Вооружимся. Пополним весь боезапас. Продадим вообще все. Хотя тут не так и много, конечно. Но все-таки стоп. Назад, ребятушки, назад. Кое-что здесь не то. Возьмем гранатометик вместо огнеметика. О да, вот так. Жалко ничего здесь не купить, а десок нет. Ладно, все, пошли. 2 очка навыка. Ну, что возьмем? Что тут можно взять-то? Блин, дополнительная ячейка здоровья, она бы нам очень пригодилась. Та-та-та-та-та-та-та-та-та, тетива. Снадобья. Да не, какие в пень снадобья? Угу. Ладно, так уж и быть, прицел. Меньше повреждений от огня.
транспортные средства под вашим управлением 50% меньше повреждений. Вас сойдет. Блин, какое подключение у нас в финал, ребята? Какое, блин, подключение? Оф-оф-оф. Но давай, думай быстрей. У нас здесь финал, не тормози. Да, крутись, 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 крутись. Заодно и сохранись. Да. Все понятно, понятно, понятно. Сохраняемся. Погнали уже, наконец, отсюда. Выходим. Дошли до финала и до кондиции. Да, давай, беги, 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 беги. Скоро мы здесь вас всех положим. Теперь этот остров мой, и меня никто не остановит. С чего ты взял, что он твой? Привет, Сэм. Вперед. Ну что, друг мой, готов к делу? Или нужно подождать? Ведь когда мы начнем, пути назад не будет. Ну что, доступ к острову и другим заданиям будет запрещен. Только после того, как история завершится. Погнали! Я спрятал нож в ботинке. Отвлеки его, когда я скажу «сдавай». Да, понял. А, привет, парни! Входите! Присаживайтесь! Пятикарточный холдем вас устроит? А? Вполне, урод. Могу я вам что-нибудь предложить? Хотите поесть? Орешков? Нет. Нет. Забавная игра, покер. Спросите о ней на улице, и вам скажут, что все зависит от везения. Но Сэм скажет, что главное — это блеф. Да, Сэм? Я. Я. Но это не так. Главное — заставить игрока играть до разорения. Райс. Я. Поднимем ставки. Итак. Пропустить? Не-не-не-не-не, пропустить нельзя, значит. Рейс. Я отвечаю. Отвечу. Дам еще. Я отвечаю. Еще. Отвечу. Дальше. Вот так. Райс. Только же. Я. Оставляю. Давай в банк. Кол. Ставлю столько же. Оу. Надо же. У нас одинаковая карта. Давай поднимем ставки. Не возражаешь? Фостер? Джейсон Броди? Или как там тебя еще? Уже не помню. Ты считаешь меня идиотом? Продолжим игру. Сдающий слева, так? Думаю, он пропускает сдачу. Я видел, как ты встретился с Райли. Я чуть не расплакался. А меня нелегко разжалобить. Признаюсь, я тебя недооценил. Ты пытал собственного брата и уничтожил половину моей компании. Давай поставим.
Но пусть фишки лягут, как им положено. Я тебя прощаю. Итак, назови свою цену. Все имеют цену. Вы куклы, а мы дергаем за нитки. Так работает вся система. В жопу систему! Ну что, поставим еще? Ай-яй! Думаю, я начну с безымянного. Ох! От этого удовольствия. Увы, это так. Нож можно держать и 9 пальцами. Я получил тебя до твоего рождения, сынок. Ну давай, старик. Ну окей. Вот так, вот так, вот, вот. Ты разочаровал меня, Джейсон. Ты не навестил своего маленького брата Райли. Где он? Не волнуйся. Я продал его одному типу из Йемена. Он любит молодых. Гел, убью тебя! У меня влиятельные друзья, они найдут тебя. От тебя ничего не останется. Вот так вот. Ну же, есть! Почти. Ты не можешь выиграть. Все карты у меня. Так чего же ты боишься, а? Так с чего же ты взял, а? Ну? Оу. Брат уже на аэродроме. Не боишься опоздать на рейс? Я отложу вылет. Ну, вот, вот, вот. Ух! Каратисты чертов. Опа! На руку еще сломал. Нож и в шею ему давай, в шею. Вот так. И в башку. О, фу. Есть. Ну пипец. Вроде психанул называется. Валим, 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 быстрей! Отстань от меня, отстань! Давай! Беги уже, беги, 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 беги! Ай-яй! Давай! Ну же! Разворот. Погнали на аэродром. Он что, горит? Ай. Ау. Это слишком больно, чтобы быть правдой. Давай, садись, 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 садись. Погнали. Фуф. Нужен, 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 нужен. Обложили конкретно, козлы. Вот такие козлы. Ну, прыжок есть. Едем, едем, едем быстрее.
Вы где? Они все собирают, я не знаю куда. Помоги. Что? Я тебя не слышу! Как можно быстрее. Что за хрень? Аэропорт уже близко. Будь там, Райли. Ну же, ну. Жми, Джейсон, жми. Еще немного осталось. Черт. Вот еще не хватало. Оу! Действительно, вертолета нам еще здесь не хватает. Для полной картины. Вбок, давайте вбок. Эй, где Райли Броди? Где он? Ну? Что, я успел? Успел, нет? Это убийца Пойнта! Да ладно! Вы что, меня узнали? Хорошо, ты как? Реально, где Райли? Держите его, он убил Пойнта! Ну-ка. Райли должен быть в одном из этих зданий. Ну попробуй. Во, блин. Ой-ой. Положим их вот так. Превратим в окрошку уродов. Давай, грузись. Ну и куда вам здесь? Это парень, убивший Хойта, взять его. Значит, Райли должен быть в одном из этих зданий, я правильно понимаю? Где Райли Броди? Где он? Пойдемте поищем его вон там. Так или иначе, ваш босс уже мертв, козлы. А значит, денег вам никто не заплатит. Я надеюсь. Эй, я здесь! Где? Райли должен быть в одном из этих зданий. Я же слышу, Джейсон, я здесь. Я понял, где ты, Райли. Не переживай. На тебе. Нашел. Нашел мальца. Эй, я здесь! Джейсон! Джейсон! Где ты? Ну же! Открывай! Слава Богу! Фу! Получилось! Слава Богу! Я думал, что ты не придешь! Нужно бежать отсюда! За мной! Ты хоть знаешь, кому тебя хотели продать? Райли! Это вам конец, уроды! Живо до вертолета, живо! Жарко будет? А тебе не будет? Отойдем подальше. Ай-яй! Как я ненавижу этих огнеметчиков! Вот тебе!
Почти все, почти все. Теперь взлетаем. Черт, черт. Вертолет водишь? Нет. У тебя же есть права. Да, но на самолет. Значит, учись сейчас. Что? О, черт. Опа, что сейчас будет? Ему негде прятаться. Я убивал парня и крути тебя. Давай. Взлетаем. Защитите вертолет. То самое сложное началось. Защита этого дурацкого вертолета. Ай. Живо, 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 живо. Тут, по сути, надо стрелять только в гранатометчиков желательно. А ралли стоит подняться повыше. Музон эпичен. Просто эпик. Но чем не суперфинал? Вот и все, отъездился! Ты это видел? Кто там палит? Кто смеет палить? Вот, значит, кто смеет палить. Хоть бы получилось, хоть бы получилось. Но. Я вижу, 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 вижу. Бум, получи. Да, теперь вспомните Джейсона из первой серии и из этой. Трансформация на лицо. О. Боже мой, боже! Давай, давай! Пока не сбили. Ну же, ну же, ну же! Мы почти прорвались, давай! Но, о блин, ракетчики, ракетчики, чертовы ракетчики. Под такую шикарную музыку летать — это красота просто. Бамс! Готов, вертолет! Давай! Падай! Мы вырвались! Ты как профессионал! Да! Удерживай этот курс! Остальные уже ждут нас! Хорошо! Хорошо, я смогу! Смогу! Теперь ничего нам не мешает до конца пройти. О, это круто! Фу-фу. История заканчивается. Ой-ой!
Но вы не переживайте, нас больше никто здесь не убьет. Нам осталось разобраться с ракет. И с друзьями. Черт. Доктор Ренхард! Доктор, что с вами? Господи, кто вас убил? Это те ракет пришли, которые говорят, что друзья не твой путь. Где они? Блин. Где мои друзья? Я не смог остановить лесных воинов. Прости. Они забрали твоих друзей. Покойтесь с миром, док. Вы были добрым человеком. Столько незнакомых людей впустили и содержали. Дали им кров. Прощайте, доктор. Я не понимаю. Мне нужно в храм. Давайте-ка разберемся. Райли, нам надо идти сейчас! Пора нам в храм. Убить еще одну змею. Которая манипулировала нами. А, нам в ту сторону. Райли, далеко не убегай. О, встретись с Цитрой. Новые навыки. Но что же нам доступно теперь? Давайте докачаем вот это. Фу. А вот это все, наверное, после, скажем так, финальной миссии. Подключение к серверам Far Cry 3. Да, как всегда, вовремя. Наконец-то последний раз, когда я буду вот так вот ждать. Ну, давай. Не тяни резину. Да. Предпоследние тотал остались. Где все, черт возьми? Наверняка какой-то новый ритуал задумали. Или попрятались от этого сильного воина, как сказал Цитра. Цитра, что с моими друзьями? Я рада, что ты вернулся с победой. Эй! Куда ты уводишь его? Я помогаю тебе. Думаешь, я тебе достанусь, да? Взгляни на себя. Большой. Сильный, могучий. Зачем тебе становиться тем, кем ты был? Сейчас ты совершенен. Это моя вина. Я дала тебе уйти с этой ношей. Путь освободил тебя, но очищение не завершилось. Не понимаю. Что это там не задумала, Цитра? Ты не даешь мне отдать всю любовь. Я знаю, как это тяжело. Мне больно смотреть, как ты страдаешь. Цитра. Что бы ты ни задумал, у тебя не получится. Понятно? Я лишь хочу помочь тебе. Любить тебя таким, какой ты есть. Боготворить того, кем ты стал. Скоро все закончится. Я отведу тебя на алтарь. И ты освободишься от прошлого. Ничего у тебя не выйдет. Я твоя. А ты нам и не нужна. У нас Лиза есть. Или кто там? Лиза вроде бы. Цитра. Давай, развяжи Джейсон. Пора нам обезглавить эту змею. Ну же, вставай.
Иди по пути воина. Лишь сильнейший выжил. Что за глюки? Ты могуч, как и те, кто был до тебя. Наши забирают людей, но не возвращают. Лиза? Какой ты воин! Воин, ты выстрелил Марту в спину! Ай! Сильный воин, ты заслуживаешь последнее тотал. Все они падут к твоим ногам. Фанатики какие-то. И ты таскаешь все это оружие, и у тебя все эти жуткие тату. Думаешь, ты воин только потому, что у тебя тату на руке? Я схожу их с Эйзом. Ай! Твоя. Мы все твои. Это ты живешь в мире фантазии. Я все это сотру. Все это. Дойди до конца. Иначе все, чего добился, все татау, все, что сделал на острове, будет стерто. Ты уже готов, воин. Вот твой клинок. Ах ты, коза! Нет, Джесс, прошу, 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 Джесс, нет, пожалуйста. Спасти друзей или встать на сторону Цитры? Конечно, я их спасу! Воинам и героям. Твои друзья разъедутся. У них будут дети. Скучная жизнь. Останься. Джунгли навсегда станут твоими. Ты всегда будешь королем. Если их не будет, тебе не придется уходить. С насилием покончено. Все. Хватит крови. Джейсон, посмотри на меня. Будь со мной! Они тебе не нужны! Твоя сила в тебе самом! Джейсон, я люблю тебя! Джейсон, что ты делаешь? Цитра спасла меня! Спасла всех нас! И ты отвергаешь ее любовь? А-а-а! Это я вообще-то всех спас. И некоторые знают, что будет, когда Цитра отдаст свою любовь. Что будет с Джейсоном? Я люблю тебя. Врешь. Не бросай меня. Мне жаль. Не любишь ты Джейсона. Он твоя игрушка, но теперь уже нет. А ты, Деннис, тоже молодец. Пожалуйста, не бросай меня, Цитра! Цитра, прости меня! Цитра, пожалуйста, нет! Не бросай меня! Вот это я понимаю конец. Вот это я понимаю игра, вот это я понимаю сюжет. Прохожу только такое. Фух. Впереди у нас будет еще Crysis, Star Wars, The Force Unleashed, много чего интересного. О, это замечательная игра, просто замечательная. Графика ставлю 5 баллов. Сюжет, бог с ним, 6 баллов. Враги, 7 баллов. Геймплей, 10 баллов. Это одна из моих любимейших игр. О. Я не могу забыть об этом. Я монстр. Я чувствую гнев внутри себя. Но я спокоен. Где-то внутри меня есть что-то.
что-то лучшее. Да, интересно, что же стало с Джейсоном Броди. В памяти о Джейсе Джултмурке. С 1973 по 2012. Светлая память тебе, кто бы ты ни был. Фу. Что ж, поиграли мы в Far Cry 3. У меня просто нет слов, что тут еще сказать. Вокруг да около ходить не буду. Это потрясающий сюжет, замечательный геймплей, просто прекрасная игра. Великолепные персонажи. Ну, что еще сказать? Без слов, без комментариев. Фу. А это была игра Far Cry 3, и с вами был автор канала Алекс Фрай Ченнел. Подписывайтесь, поддержите лайком и не забудьте посетить группу ВК. Ну а всем пока, дорогие друзья, и увидимся в следующих прохождениях.